На заводе авиационных подшипников с нетерпением ждут свою сотрудницу Ольгу Борщеву. В администрацию Октябрьского района она приехала забрать фотографии родственников заводчан, участников Великой Отечественной войны. Ведь эти фотографии – это настоящие раритеты. Они были маленькие, они были крошечного размера, плохого качества, где-то были газетные вырезки. Это та память, которая осталась в семье. И когда появилась возможность вот эту память, да, представить, и пройти с фотографией своего деда, прадеда. У нас очень много молодых ребят, которые с удовольствием принимают участие в этой акции. В летопись бессмертного полка уже записано почти 240 тысяч имен. Сотни самарцев несут в районной администрации снимки своих отцов и дедов и с трепетом ждут результатов. Людей много было. Бывало, приходила бабушка, говорила, вот у меня сохранилась последняя фотография моего папы воевавшего. И переживают очень сильно за то, что они не потеряются ли они где-нибудь, потому что многие же фотографии отдают в музеи и потом им не возвращают. В Самаре фотографии всем владельцам вернули. 9 мая пройдет построение бессмертного полка. Люди гордо встанут с большими портретами героев. Те, кто не успел отсканировать и подготовить фотографии своих родных, воевавших во время Великой Отечественной войны, смогут сделать это в следующем году, накануне очередного Дня Победы. Акция «Бессмертный полк» непременно продолжится. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.